40 новобранцев поклялись в верности родине. Церемония принятия солдатами присяги прошла у мемориала Ломоносов, город воинской славы. Командование военной частью нередко проводит церемонию принятия присяги новобранцами у мемориалов и памятников. В последние годы почти все прибывшие на службу в Ломоносов солдаты произносят клятву в верности родине у стелы «Город воинской славы». Сегодня мы находимся с вами на земле, которая не была покорена врагом. И за моей спиной находится стела. Эта стела поставлена в честь силы русского оружия. Будьте достойными продолжателями традиции русского воинства. Торжественную клятву произнесли два учебных взвода, 40 новобранцев. Солдатами они стали недавно, во время весеннего призыва. Принятие присяги – обязательный ритуал перед началом службы. Только присягнувшие новобранцы смогут получать оружие, выполнять боевые задачи и использовать технику. Слова присяги пронизаны, скажем так, любовью к отечеству, поэтому каждый солдат, отождествляя и погружаясь непосредственно в среду данного торжества, он, в принципе, таким образом понимает и воспитывает в себе качество. Мы воспитываем качество тени, которое необходимо в дальнейшем уже в процессе исполнения обязанностей военной службы. Почти все солдаты приехали в Петербург по распределению из Уфы. В течение ближайшего года молодые люди будут проходить службу в Ломоносовской военной части 5-й зенитной ракетной бригады.